Итак, мы находимся в подножье и сейчас поедем до улицы Университетской. Ну, фактически это проспект Университетский, это на самом деле у нас единственная дорога сейчас центральная на русском, которая ведущая, которая главная. Которая идет мимо университета и которая сейчас у нас главная артерия на русском. Так, а это у нас подножье. То есть у нас справа от нас гора Русская на острове Русском. Наверху форт Русский. Вот. А у горы подножье. И деревня называется Подножье. И вот от этой деревни Подножье сейчас едем до университета. Ну как, до университетской улицы. Я там университета снимать не буду, естественно, потому что мы сколько там были, уже все знаем, все видели. А вот здесь вот проедем немножко по грунтовочке, а потом по хорошей новой дороге. Все, ладно, поехали, пока. С шумом, с гамом, с песнями под музыку.
Ну и вот, подъехали к улице, к проспекту Университетскому. Это у нас так называется проспект, потому что реально полноценные две полосы в одну сторону, две в другую. Вот. Ну, сейчас посмотрели, что новый участок дороги очень хорош, но, к сожалению, он в одном месте прерывается, а дальше до подножья еще не доделано. Но все у нас делается медленно, все у нас делается постепенно. Ладно, все, пока на этом отсняли, отчитались, посмотрели. Всем счастливо, всем пока!